С самого утра проверкой состояния территории занялся специально организованный экопатруль. Один из примеров того, что нужно беречь экологию. Не нужно бояться этой грязной работы, потому что действительно приятно, глаз радуется, когда ты видишь чистую траву, да, действительно, где не валяется мусор. Поэтому давайте начнем с себя прежде всего. Продолжила день акция «Чистый берег» и высадка можжевеловых кустов. На большом экологическом уроке ребята узнали, почему сбор макулатуры может спасти сотни деревьев, и сыграли в эко-викторину. Здесь они имеют возможность не только сделать это своими руками, но и понять, зачем это делается, прочувствовать. И потом, вернувшись к себе домой, уже более осознанно делать какие-то экологические проекты, их реализовывать. Яркое завершение дня – флешмоб «Доброе признание». Вместе с 300 юными добровольцами в акции приняли участие прославленные российские спортсменки.